На пересечении улиц Суворова и Сунгарийской в аварию попала машина такси. При этом получил травмы один человек. Скорая помощь увезла с места событий таксиста. В Toyota Plus он ехал один. В момент аварии мужчина повредил коленную чашечку и был госпитализирован во вторую краевую больницу. К месту аварии таксомотор приближался по улице Суворова со стороны проспекта 60-летия Октября. Траектории движения на перекрестке он не менял. Плац был сбит с курса встречной Toyota Probox, водитель которой собирался свернуть на пятую площадку. Универсалом управлял 66-летний хабаровчанин. Его водительский стаж около 20 лет. Нормально еду, дочки, пацанам взял там внукам продуктишек. Ну, еду, все на зеленый. Он едет отсюда, я отсюда. Зеленый все, потух, желтый, я поехал. Смотрю на этих, чтобы не зацепить. Удар, откуда, что, не понял. Вот и все. Боковой удар для спешившего проехать перекресток на стыке сигналов светофора таксиста оказался коварным. Машина, еще не растерявшая скорости, после толчка изменила направление движения. Вылетев на обочину, плац близко познакомился со светофорной опорой, разворотив еще и переднюю часть. Автомобиль таксисту не принадлежит, машину ему предоставила фирма. После того, как мужчину выпишут из больницы, ему придется отстаивать свою правоту. Разбором ДТП будет заниматься отдел дознания из-за наличия пострадавшего. С места происшествия Юлия Рябцева, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.